Мотя записал ноты и сейчас будет их играть. Поставил на пианино. Обратите внимание на часы, которые сейчас час. Это время вечернее. Все, Мотенька, записал. Теперь играй. То, что записал, играй. Ручку положи. Мотенька, ручку положи, чтобы она тебе не мешала. Молодец. Молодец. А теперь играй. Положи на стульчик ручку. Все, а теперь играй ноты, которые ты записал. Гениально. Еще играй. Что надо что-то исправить, да? А, понятно. Муза. Очень красиво. Угу, да, надо писать. Вдохновение у ребенка. Ой, 10-9. Да, да, все правильно. Угу. Молодец, еще сыграй. Уже исправленный вариант. Время 10:20 вечера. Мотя в пижаме уже спал. Но к нему пришло вдохновение. Пришлось из кровати вылезти и пойти записывать музыку.